данном обзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь DTECH модели DE5051G. Данная мышь обладает технологией слежения G-Laser Double Lens, которая обеспечивает преимущество по сравнению с оптическими мышами и позволяет более плавно и точно отслеживать перемещение курсора практически на любом типе поверхности. Регулируемое разрешение DPI от 800 до 2400. Также возможны 1200 и 1600 DPI. Переключение производится кнопкой на корпусе, которая одним нажатием переключает скорость мыши. Из-за нескольких вариантов расцветки мышь прекрасно подойдет как для женской половины пользователей, так и для мужской. В данной мыши присутствуют дополнительные клавиши «Вперед» и «Назад», которые придадут большую комфортность пользования браузером и другими приложениями. Интерфейс подключения USB 2.0. При этом не нужно специально устанавливать программное обеспечение, просто подключите мышь, чтобы начать работу. Стильный и эргономичный корпус, элегантный и компактный дизайн, глянцевое и прорезиненное покрытие. Подходит для работы как правой, так и левой рукой из-за симметричного дизайна. Данная мышь совместима со всеми операционными системами. Количество кнопок 6 и колесо прокрутки. Скорость сканирования составляет 3000 кадров в секунду. Наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.